Вроде ты умеешь обращаться с клинком. Мы планируем атаку на границе Спарты. Нам нужна любая помощь, в том числе твоя. Мой клинок ваш. Ты получишь... Yeah.
Спасибо. Боги заметят твои добрые дела. Можешь осмотреться. Хорошего дня! Приветствую. Всегда рады. Нужно что-нибудь? Я вот-вот потеряю все. Это я убил твоего брата. Ты? Мерзавец. Ты заплатишь за содеянное. Ты хуже зверя. Даже смерти не достоин.
Политик. Полагаю, политику помощь наемника не нужна. Я вот-вот потеряю все. Моего брата Элпинора убили. А моей политической карьере настает конец. Я тоже терял родных. Знаю, это очень сложно пережить. Элпинор был добрым человеком. Он защищал меня и поддерживал мою карьеру. А теперь его нет. Я могу лишиться всего, что имел. Как я могу тебе помочь? С тех пор, как исчез мой брат, меня одолевают разбойники. Охотятся за нашим семейным состоянием. Если я останусь без денег, моей политической карьере конец. И ты просишь прирезать всех разбойников? Схватывай. Ты не знаешь? Блестящая раб. Я довожу дела до ко...
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Yeah.
Yeah.
Тебе смерть! Очередной наемник.
Тут никого нет. Кое-кто щедро заплатит за твою голову. Ugh!